Новые качели, пусть и не крылатые, как в песне, но все равно замечательные. Детские горки, на которых можно не только кататься, но и смотреться в них, как в зеркало, хоть до головокружения. Целый спортивно-развлекательный город, где на каждом шагу ждут приключения. Сектор для юных гимнастов, прорезиненное покрытие и летний ветерок. Идиллическая картина, однако, за исключением ветерка, совсем недавно здесь все было по-другому. На этом месте была старая детская площадка, на которой собирались алкаши, тут сидели, распивали по ночам особенно спиртные напитки, оставляли после себя горы мусора, уходили, естественно, никто ничего не убирал. Потом приходили дети сюда играть, соответственно, тут было много осколков, в общем, было очень опасно для детей здесь находиться. Так быть не должно, решили Катя и Кристина. Ведь так не бывает на свете, чтобы дети росли в такой ужасной атмосфере в родной деревне. Нам пришла эта идея обоим в голову. Ну, мы сначала подошли к старости, попросили, чтобы нам сделали новую площадку. Потом она нас взяла с собой на машине. Мы поехали уговаривать, чтобы нам сделали новую площадку. В администрацию? Да. Долго уговаривать администрацию не пришлось. Из бюджета Ленинского района были выделены деньги. Старую площадку снесли, место былых алкогольных возлияний буквально сравняли с землей и покрыли асфальтом, на котором и вырос этот город детства. Паша на площадке каждый день и ходит сюда не только веселье ради, но еще и за спортивными победами. Когда ее построили, я научился подтягиваться больше 6 раз. Ну, ты на этой цифре остановишься или будешь дальше подниматься? По количеству подтягиваний? Ну, я попытаюсь сделать все лучше. Я прихожу сюда каждый день, и у меня все новые рекорды. На площадке найдут себе занятия по душе и дети постарше, и малыши. Тут тоже без инноваций не обошлось. А вот это новая песочница. Честно говоря, таких я не видел даже в Москве. Смотрите, ваш ребенок сидит и играет в песке. Когда ему надоело? Артем, тебе уже надоело? Да. Отходи. Вы просто берете, ребят, помогите. И закрываете эту самую песочницу на ставни. Таким образом, в нее не будет заливать дождь и не будут ходить бродячие животные. Илья Кремнев, Ольга Садовская, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.